встал, и Максим встал. Рано. Сейчас пойдем йодом платить. Рано, да? Ребята, давайте я вам один секрет расскажу. У нас сегодня очень много интересного. Ой. Сейчас пойдем. Что мы с вами делаем перед каждым тело? Мы молимся, да, поздороваемся с Иисусом, пригласим.
Они не съедают ручки за спину, за спину. За спину. Молодец, молодец. Давай, давай, давай. Не отрывай зубками, тяни, 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 тяни. Молодец, побежал. Паша, ешь. Нет, руками нельзя. Давит руки за спину. Отрывай. Вот Давид, вот, молодец. Ешь. Молодец, умничка. Нет, руки нельзя. Нет. Давай, съедай. Молодец. Ручки за спинку. Быстро, быстро. Отрывай, отрывай, отрывай. Отрывай, отрывай, тяни. Молодец, Зайка. Так, кто следующий? Кто следующий? Кто следующий? Маша, да, бежит. Да. А, Маша, давай. Маша бежит. Давай, давай. Жучок на майке. А, полностью возьмем. Так, кто следующий? Аня, да. Нет, не надо. Следующий. Ручки за спинку. Давай, давай, солнышко, ручки за спинку. Давай, давай, давай. Мама, помогай, чтобы в рот попала. Мама, помогай. Давай, давай. Она сидит. Давай придумала эти зефирки. Так, 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 так. Руки, руки убери, руки убери. Давай. Молодец, Мирон! Маша, все равно беги! Давай, Зай, давай, давай! Лови ее, лови! Давай! Словила? Давай! Открывай зубы, не машу! Открывай, вот и все! Написано истории, да, истории про Бога. Как нашего Бога зовут? Да, Шунька, сейчас я тебя обработаю. Иисус, сядь на попку, не бойся, не будет болеть ранка. И мы с вами из этой Библии очень много учили чего? Стишков. Просто стишков, или мы их как-то называли по-особенному? Точно, Давид. Ну давайте, будете хором рассказывать, что мы с вами целый год учили. Мы повторяли на последнем занятии. Я, правда? Буду охранять вас до скончания века. Ух, Рената, аж три стиха в один. Итак, Бог может... А я вижу все! Правильно. Бог есть... Бог любит нас. Бог есть любовь. Бог есть любовь. Бог есть любовь. Умничка, Бог, да, есть любовь. Умничка, следующий стих. Я Господь. Я Господь ваш. Бог ваш. Да не будет у тебя других идолов. Других богов, Ренатка. Ну, другие боги и называются идолами. Они же все придуманы. Молодцы. А теперь. Только я знаю. Какие имею вас, говорит кто? Господь. Намерения во благо, а не на зло. Так, а что еще говорим мы Богу? Мы будем слушать и исполнять. Молодцы, Аким забыл все стишки, и Пашка тоже. Все забыли, не помогайте. Прощайте друг друга, молодцы. Ты не была? А все, что знаешь, говори с нами, хорошо? Дети, будьте послушны. Кому? Рената, громко. Дети, будьте послушны родителям. Кто у нас тут послушные дети? Я. Кто еще? Все послушные? Да. Самый послушный. Самый непослушный. Он знает. Что ответит за слова? Чай. Человек смотрит. А Бог смотрит на сердце. И что он там видит? Какие мы вредные и непослушные, да? Какие мы хорошие. Ай, замечательно. А без Бога хорошим можно стать? Без Бога? Нет, конечно, надо просить, чтобы Иисус нам помогал. А помните рождественский стишок? Да. Рождество, подарки, Иисус родился. Ныне родился.
который есть Христос Господь. Ну, молодцы, немножко вспомнили. А вот такой на Пасху мы учили. Аким? Мама говорит, в целом мире торжество. Наступило Рождество. Знаете, сколько осталось до Рождества? Давайте ручку поставим. У нас сейчас июнь, а Рождество мы празднуем в декабре, да? 3 дня. Ну ты даешь. Через 3 месяца. Ну давай, Рената, вместе считаем. Сейчас июнь, да? Помогаем. Июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. Мало, еще руку. Ноябрь и декабрь. Сколько месяцев до Рождества? 6 месяцев, полгода. А теперь вспомним. Мы недавно Пасху праздновали, да? Воскрешение Иисуса. Ирочка, давай потом, хорошо? И у нас такой длинный был стишок, но очень замечательный. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Умнички! А грех это что? Помните, я вам показывала? То, что мы говорим, думаем и делаем неугодное Богу. Давайте еще раз. Что такое грех? То, что мы говорим, думаем и делаем неугодное Богу. Оно не нравится Богу. Грех не нравится Богу. Так. А вот теперь, Рената, стишок, который ты рассказывала. Рената! И буду я с вами до скончания века. А на кого надо надеяться во всякое время? На Анечка, Бога. Надейся на Бога во всякое время. И последний стишок. Помните, мы на кулачке учили его тоже? Помните? Не оставлю тебя и не покину тебя. На себя показали. Еще раз кулачок сделали. И Аня сделала кулачок. И Пашка, и Аким, и Олеся. Учи вместе с нами. И Мишка тоже. Вместе сделали кулачок. И по пальчику. Не оставлю тебя и не покину тебя. Это кто нам такое обещание дает? Значит, он и сейчас с нами? Да. Конечно. А если кто-то мурашку боится, вот как Аня Кириченко, она может сказать: Иисус, прогони эту букашку, не дай мне бояться. Да, обо всем можно Иисуса просить. Это жуки, я их не боюсь брать в руки, они очень милые. Да. Они щекочут. Они же не горят. А теперь можно... А теперь мы позовем тетю Таню, у которой есть для нас кусочек замечательной карты. Позовем ее. Позовем. Тихо сидим и ждем. Сейчас она нам... Видать, давно стоял. Не лезь вперед. Куда, Лео? Тихо, не спеши. Как вы думаете, всем сокровищам хватит? Да. Смотрите, что мы сейчас с вами сделаем. Каждый возьмет по одному яйцу, да, я каждому дам в ладошку, положит в свою сумочку, да, в ладошке не держите, они растают. Вы будете все в шоколаде, привезете домой и покажете маме с папой, братиком, сестричком. Вот мы гладко сказали, давайте вместе откроем, посмотрим, что мне там попало. А давайте каждый попадется поделится. Что-то из Маши и Медведя, да? Сначала знаете, что я вам хочу сказать? Я буду есть. Скажите, сокровище это что-то очень ценное или такое? Ерунда какая-то. Ценное. Ценное, да. А в Библии про сокровища знаете, что говорится? Что? Знаете, где наше сокровище? Вот. На небесах. Это Бог. Бог наше сокровище. Бог наше сокровище. Иисус, ну, да, это самое то ценное. А знаете, особенно что когда ценное? Что-то? Когда он живет, знаете, где? Что у нас там? Сердечки. Когда мы его туда приглашаем, да, становится нашим сокровищем. Наше сокровище на небесах. Наш Иисус. Давайте мы ему скажем спасибо за то, что мы нашли сокровище, за то, что мы привезли.
Катя, а кто нашел ключик? Я. А еще кто? Ой. Правильно. Смотрите, самая младшая. Я так думаю, девчонка, что каждый из вас очень старался. И в конкурсе. Конечно. И знаете что? И слушаться старались. Хорошо. Хорошо, да. Все старались? Да. Все старались. Вот такими дружными и послушными и должны быть искатели сокровищ. А теперь давайте вот так на ножки встанем, а то, ох, боюсь, что мы с вами пузами упадем на наши сокровища. По очереди, давайте в кружочек, Кружочек встанем. Это кружочек подождите. Или кучка? Мы же послушные давайте и дружные кружочек. Искатели сокровищ. Смотрите, в кружочек. Кто стоит, кому даю сокровища. Держите. Нет, спасибо. Прячем куда? Каждому. Сумочки прячешь? Тенечек. А у меня нет сумочки. Послушайте, что там дома открывают. Спасибо. Вот там что-то есть, там секрет. Пожалуйста, Пашка, держи. Одно.